Президент Сирии Башар Асад не ожидает слишком многого от вновь избранного американского лидера Дональда Трампа. Сирийский руководитель в интервью государственному телевидению Португалии сказал, что понимает, какое влияние на нового хозяина Белого дома после его вступления в должность будут оказывать различные силы в республиканской администрации и Конгрессе. У нас есть определенные сомнения, сможет ли он сдержать свои предвыборные обещания. Поэтому мы очень осторожны в суждениях, особенно принимая во внимание тот факт, что раньше он политикой не занимался. Но если, скажем, он действительно соберется сражаться с терроризмом, тогда, конечно, мы сможем быть союзниками самым естественным образом, вместе с русскими, иранцами и со всеми другими странами, желающими поражения террористам. Пока же, по утверждению Асада, страны Запада используют в борьбе против Сирии исламских террористов, что является аморальным. Сирийский лидер противопоставил такому подходу положительный пример – отношения Дамаска с Москвой. Русские всегда основывают свою политику на ценностях, и ценности эти – суверенитет нации, международное право, уважение других людей и других культур. Они не пытаются каким-либо образом вмешиваться в будущее Сирии и сирийского народа. Асад напомнил, что Россия, а ранее Советский Союз, снабжали Сирию оружием на протяжении последних 60 лет, и без таких союзников его страна не смогла бы выстоять в ходе идущей войны.